братство блокчейна. IBM, глобальная компьютерная компания, присоединилась к группе банковских гигантов UBS Group, чтобы помочь им перейти на технологию блокчейн. Продукт, который IBM предоставляет финансовым учреждениям, оцифрует все бумажные финансовые процессы, сообщает Cointelegraph. Среди сторон – Commerzbank, CaixaBank, Erste Group, Bank of Montreal и другие. Испытания проекта планируются на первый квартал 2018 года.